Их воспоминания больше, чем семейные истории. В Первоуральске состоялся вечер вдов. Речь о вдовах ветеранов Великой Отечественной войны. Такие встречи проводятся в Первоуральске уже на протяжении почти 30 лет. Когда мы только начинали на учете в городском совете ветеранов, состояло порядка 1000 солдатских вдов. К сожалению, в прошлом году ушла из жизни последняя из них. Несмотря на это, название вечера решили не менять. Шаль, принадлежавшую одной из вдов, сегодня принесли как символ встречи. На нее пригласили музыкантов. Песни времен Великой Отечественной традиционно поют всем залом. Сегодня в Центральной библиотеке собрались 30 человек, относящихся к категории «Дети войны». По традиции они общаются, делятся щемящими душу воспоминаниями. Нина Синицына застала начало войны. Тогда она была 4-летним ребенком, а отец ушел на фронт и вскоре пропал без вести. Потом война закончилась, у кого отцы придут, а мы все пятерка сядем и ревем. Мама, почему у нас нет папы? Она тоже ревет, с нами сидит и говорит, подождем, придет.